Здравствуйте, друзья. Вот сегодня заехал опять частное хозяйство Кульбицкого Николая Федоровича. Вот это жеребец Ласт голландской теплокровной. Вот у нас от вишни будет его жеребятка. Сейчас его выпустили. Да, он тут метр 80, даже и больше будет в холке. Вишни нам, чтоб таким окрасом, дай бог, серый был или у яблоки вовше был. Супер. Ну и высокий он. Мож. Тут левада где-то 30 на Да, не зря он бежал олимпийский конкурс. Попробуем подвести поближе, не подпускает на 15 метров. Ласт, ласт.
Хороший, хороший. Ну, добрые друзья, заходите на канал, будем снимать интересное видео для вас и спортивных. Слушайте.